Мы находимся в Миттенвальде, Германия, горнолыжный курорт. Вот такое место. Солнышко светит сегодня. Наш отель. Название я... Гостевой дом, да? Сейчас посмотрим, как он называется. Посмотрите, как уютно. На улице прохладно, здесь очень тепло. Полы подогреваемые. Так, стоимость номера у нас 84 евро с таксами получился и сборами. Да. Мы единственные здесь постояльцы, хороший завтрак. Здесь есть, кстати, классная постель. И простыня такая приятная, и одеяльца, и подушки. Телевизор, каналов много. Это вот кухня, это мини-кухня. Очень уютно вообще, особенно вечером. Холодно на улице, тут да, тут так тепло. Видите, какая кухня. Можно разогреть то, что принесено из магазинов. А магазины здесь очень хорошие. И холодильник там есть. До центра 10 минут? Ну, не 10, 7 минут идти пешком до центра. Да, в супермаркете Реве продукты очень дешевые. Допустим, мы вчера купили рульку и кусок мяса большой за 7 евро. Это то, что будет стоить... Вещи-то, если так забыл, шкафу хорошо. Вещи забыли. Так, то, что будет стоить в ресторане, как минимум 30 евро. Мы вчера вдвоем не съели и половины. Так, как же называется наш отель? Гостевой дом. Гостевой дом. Я название видео напишу. А, ну мы напишем название видео. Как он называется, потому что не помнится так. Wi-Fi есть. Wi-Fi есть. Хороший. Наверное, даже такие апартаменты для 14. Троих точно уж. Ну, можно. Единственный недостаток, все-таки нет сауны. Было бы очень хорошо, если бы была сауна. Это как увидеть французские окна. Ну, вид хороший. Рядом протекает ручей, называется ручей. Там форели немерено, просто. Так, сейчас там солнышко выйдет из-за горы, и будет вообще классно. Мы сюда вернемся. Обязательно.